Меня зовут Галия Ахматова. Мы дарим радость. Расскажите немножко, как вот такая идея возникла пригласить и детей таких, да, вроде маленьких, кротких, и вот таких взрослых медийных личностей? Ну, задумка была, у нас были декорации райского сада, и задумка была, что сначала выходит детская коллекция беленькая, они такие ангелочки, а потом, чтобы преподнести именно на контрасте, еще более ярко подчеркнуть таких леди-вамп в красном, поэтому мы и выпустили изначально детей в белом, то есть сначала нежность, потом у нас секс. У нас социальный канал, да, что в вашем понятии вот благотворительность, как вы ее воспринимаете? Очень хорошо воспринимаю, у меня даже свой фонд есть благотворительный. Но я на самом деле свою деятельность благотворительно не афиширую. Мне кажется, что этого не стоит делать. То есть если ты делаешь добро и несешь добро, то это делаешь просто от души, а не для того, чтобы это озвучивать во всеуслышание. Вот. Но на самом деле, если я хоть немножечко кому-то смогла помочь, то я очень рада. Это понятно, что не надо, ну, как бы, может быть, не стоит афишировать, но с одной стороны, но с другой стороны, люди должны знать, что есть люди, которые помогают, как-то так или иначе, хотя бы эмоционально дарят, да, то есть тот же Прохор Шаляпин, он вот на концерты, почти в любые мероприятия выезжает, поет, вот, открывает себя, свою душу, вот. Все-таки расскажите про фонд немножко, как он называется хотя бы и чем он помогает кому? Фонд называется благотворительный фонд Галии Ахматовой. У меня нету какой-то узкой направленности, на самом деле, я оказываю адресную помощь, то есть это может быть человек, которого я увидела там на улице, либо какая-то история, которую я увидела по телевидению и как-то смогла к этому подключиться. Есть у нас очень хорошие проекты, когда мы с главным управлением МВД помогали детским домам и продолжаем помогать. Это отдельная большая очень акция, начиная от ластика и расчесок, и заканчивая мебелью, то есть мы стараемся помочь детским домам в провинциях. Про показ еще, да, все-таки у вас через месяц еще один будет. Не раскройте какие-нибудь секреты, там, что у вас там такое интересное планируется? Будут ли опять дети, либо это просто будет уже модельный? Нет, это будет family look, то есть это будет выходить пары, дети и взрослые, соответственно, в гармоничных нарядах очень. Все цвета будут очень весенние и яркие. С удовольствием ждем ваш новый показ.